МВД агентство Bloomberg о потерях страны заведомо преувеличены, считает генеральный директор Российского центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Исследованиям, и это призвано оказать информационное прикрытие санкционной политики Соединенных Штатов по отношению к Ирану. Потери Ирана, они есть, но не в таком значительном масштабе. Санкции достаточно серьезно влияют на экономику, на общее состояние народного хозяйства, но больше они оказывают давление на общественное мнение Ирана. Для того, чтобы просто-напросто сохранить при этом...